Всем привет, друзья! Ну что, продолжаем? Продолжаем нашу игру. Так, тут я нашел какой-то... Мне выдали сообщение, что нашел какой-то редкий ресурс. Мы обнаружили редкие ресурсы. Редкие ресурсы, как нетрудно гадаться, на редкость цены. Они для строительства и информирования некоторых наиболее эффективных сооружений и модулей космопорта, чтобы изучить. Это ценный подарок, мы должны построить добывающие станции. Не забывайте строить пограничные посты для защиты ресурсов и границ вашей империи. Интересно. Плюс. Еще не добыл, да? Где она была? А, традиции. Изучился полностью традицию одну и добавил технологический подъем. Темп исследований плюс 10%. Было, конечно, пограничный радиус увеличить, но я не стал, думаю, он так увеличится. А вот терраформирование интересно. Ну, чтобы терраформировать планету, нужно 20 тысяч энергии. У меня даже я, при всем желании, не накоплю столько энергии сейчас. Потом, возможно, открыть ячейки тоже не особо интересно. И так изучим и откроем, возможно. Система основного сектора. Вот это уже поинтересней. Ну, все остальное пока там не было открыто. А тут что еще? Пограничный радиус. А, ну да. Поэтому решил просто исследования побыстрее, чтобы делались. И все. Так. Плюс доизучал планеты всякие. Кстати, строительный. Тут, наверное, можно построить научную станцию. И оказывается, вот эти вот, где написано высокий, это значит полностью исследовано. А где вот средний, либо низкий, это, скорее всего, просто прилетели и... Anomaly found. Research complete. Так, давайте следы. Аномалия. Так, кто-то у нас кони двинул. Так, аномалия. Давайте исследуем, что вот. Вот, например, вулкану можно. Вместимость флота. Биолаборатория 2. Давайте мы лучше пока вулканы. А кто кони двинул-то? Кто? 48, губернатор. Давайте наймем губернатора. Где плюс 25 лет. Так, вот этого давайте, чтоб не сдох. Во. Так, исследование исследуется, да? Так, тут много чего нашел. Тут бы где-нибудь вот в этой части еще найти планету для колонизации. Это эти колонизируют, да? Что является объектом наших исследований. Примерно 5000 лет назад кто-то воспользовался лазерной орбитальной добывающей станцией, чтобы украсить поверхность письменами. Теперь эта планета представляет собой небесное тело с северной полушарией, которое подумать не есть. Из них интересно. Так, что такое? А, физические исследования. Есть физические технологии, доступны для изучения. Ага, блин, сразу две технологии. Так, смотрим, что тут есть. Дезинтегратор выпускает энергетические стрелы, которые ослабляют и разрывают связи между молекулами. Он уцелел. Щитов. Эти сенсоры улавливают мельчайшие изменения гравитационных полей. Хранилище энергии плюс 2000. Подождите, отражатели энергии получают некоторую часть вражеской залпов. Давайте отражатели. Так, а тут чего? Движки, компоненты автопушка. Крупное калиберное баллистическое оружие, использующее облачные взрывчатые вещества. О, рельсотрон. Нормально. Так, ну и что у нас тут? Давайте посмотрим, что на планетах творится. Вот можно качнуть. Тоже можно. Плюс тут у нас, я смотрю, появилось еще. По идее, нормально? Да.
Тогда тут можно исследование построить. 212 готовки рабов. Электростанция какая-то крутая. Станция уровень 2. Так, подождем, наверное. Деньжат. Так, а тут что? Все исследовалось. Все исследовалось. Так, ну мы хотели колонизировать. Я вот эту вот планетку хотел колонизировать. Плохая планетка. И чеков это маловато. Всего 18. Ну, тем не менее. Планета-то в целом неплохая. Давайте-то ее колонизируем. А, 30 надо. Пока еще не можем. Ладно, тогда подождем. Так, а строители строят, да? Окей. Excellent work. This resource is sure to greatly enrich our nation. Отличная работа. Этот ресурс, несомненно, обогатит нашу империю. Какой ресурс? Вы о чем? Хотелось завершено флотилия. Ну-ка, редкие ресурсы. Я хрен знает, где какой ресурс редкий. Не вижу. Хотя убейте, не вижу редкие ресурсы. Так, вот это надо изучить, по-моему, тоже. Так, а, научный корабль, все, да? Летим сюда изучить систему. Или все-таки вон ту изучить. Так, а тут высокий, средний, ну, нам не нужно, в принципе, высокий. Давайте, ладно, изучим эту систему. Так, ну и что? Деньги-то есть? О, 102. Ну, кристаллов хватает, а чё? Это будет британский камень. Британский камень. Подождите. Вот что ли? Да. Заменить. Планетарная администрация. Какая, мать ваша, планетарная? И так есть планетарная администрация. Ох. Так, что у нас по баблу? Давайте подниматься. По жратве нормально тут? Да. Не проседаем. А, это ученых. 25, 24. Военные что делают? При создании армии. Это не надо. Вот это можно. Производит 2. Вот тут вот можно поставить. Или электростанцию. Давайте электростанцию построим, да и все. Добыча минералов плюс 1. Катер империи. О, гляньте. Модификатор империи. Один модификатор империи. Стоимость хранилища минералов плюс 200. Слушайте, а бункер такая неплохая штука. Давайте построим бункер. А, нет, это надо на той планете строить, на главной. Тогда электростанцию просто строим, да и все. Ведет к снижению сбора ресурсов. Нет. Построим. Так, а ты? Иди сюда.
Тут что у нас? Тоже что-то построить. Базовый комплекс. Давайте, ладно, энергию. Так, а вот тут вот хранилище надо где-то бомбануть. Если построить, то она исчезнет. Да и фиг с ней. Так, все. Так, колониальный, строительный. Situation log updated. Evading hostile fleet. Мы обнаружили чужие космические корабли в звездной системе. Все объекты были помечены как индивидуальность. Мы должны действовать с осторожностью. Окей. А что, у нас одна станция наблюдения? А, там мы не можем построить станцию наблюдения. Чё на задачу ты на выпишь? Ага, ладно. Как корабль закончит там исследовать сектора. Ух ты. System survey complete. Так, ок. Атлантической флотилии, научные корабли, сталкиваются с вражеской флотилией, корабли в системе. Уйти от нее щелчь, чтобы... Construction complete. Так, вот тут можно научные лаборатории. Что такое? Смерть лидера. Адмирал. Сдох. Да и фиг с тобой. Так, так это вражеская флотилия, да? Так, мне нужен исследователь. Вот ты. Переместить сюда. Исследовать проект. Иди. Так, строитель. Так, нет. Тут уже нечего построить, ничего. Ничего. Тоже ничего. Пока ничего строить. Ладно. Исследователь 2. Ты исследовал, да? Ну, давай вот эту исследуем. Где исследователь 2? А, колониальный, все, я могу колонизировать. Ну что, колонизируем еще одну планету. Щелк я поверхность, чтобы указать это место. Не, горы, джунгли, офигеть. Так, ладно. Так, а строитель, подождите. Построить научные станции. Строй. Colonization in progress. Так, а тут что такое? Субъект неуловимые. Что за особый проект? Неуловимые траблы.
можно тут еще планету поставить, да? Ладно. Продолжаем. Так, ты прилетел. Следователь 2. Construction complete. Что-то построилось. Construction complete. Опа, опа, опа. Ты чё ко мне летаешь? Слышь? Так, так. Ты свои границы закрыл, да? И я закрою. Где тут планетарные секты и фракции? Это не то. Террасы. Блин, что-то не так. Связи. Закрытые границы. Пошел вон. Скотина. Своими кораблями, нехай тут летать. Вон, research complete. О, все, это моя. Так, в поведении, которое демонстрирует противник, видны разительные перемены с тех пор, как мы начали. И представителями их расы по всей планете ненависть к нашим похищающим членам сделали их крайне недушевленными ко всему или чуждым. В это самое время укрепившим связь с структурой и расой. Да. Да плевать. Так, мне нужен следователь. Ты свое дело сделал. Лети сюда. Навык 2. Ты или выше? Ага, то есть ты сможешь. Туда лети. Сюда. Изучай систему. А где этот самый? А, там изучает. Нормально так. Так, строитель полетел. Research complete. О, неплохо. Так, что я могу исследовать? А что-то я это забыл, что ли? Чего исследование? Уменьшает оконечные передатчиков возмещены. Уменьшив оконечные передатчиков размер мы. Так, прочность планетарных креплений. Нилище энергии. Еще энергии. Давайте вот это. Тут что очистить? Угу. И способность. Наладка системы очистки атмосферы. С учетом нет. Витальный генфемы. Поглотитель энергии. Кстати, доступный вариант для тех, кто пока не будет изучен. Тиянки, конечно. Чисто можно создать оружие. Давайте тут попробуем. Так, а что там планета-то колонизируется? Немножко. Почти готово. Так, вот тут бы еще построить где-нибудь вот
чтобы развить свое влияние. Кстати, тут обменялся с этой расой. Они сами предложили, кстати, сделку информацией картами. Ну, вот такие вот показатели. Вот это вот такая хорошая вещь. Сколько всего тут хорошего. Спинары — это крупные существа, обитающие. Сперва нам нужно удалось отыскать подходящий образец, но затем мы застали сотни. Фигня. Оу, тут кто-то уже исследует, да? Colony established. Our burgeoning empire has now reached a size where it is becoming difficult to administer directly from our own world. We should establish такой размер, при котором ей трудно управлять из единого центра в родном мире. Мы должны создать новый сектор. Секторы полуавтономные образования в границах наших империй, которые самостоятельно решают повседневные задачи всех планет, входящих в их юрисдикцию. Задач. Так, научный корабль. Все. Ты исследовал свое, да? Так, лети. Куда? Назад. На родную планету. Исследовать проект в системе. Да. Так, эти тоже исследуют вверху. Решили сюда податься, что ли? Ну, слушайте, вот это вот неплохая система. Такая. По ресурсам. О, 9 вообще. 4, 9, 8. Ну, обитаемых планет нету. Можешь этим предложить опять? Давайте пообщаемся с вами. Отдать гарантию закрытой границы. Предложить торговые соглашения. Скорбить, видеть войну. Предложить договор миграции. Потребовать дань. Потребовать сам. Соглашение. Об исследованиях. Может согласятся, я не знаю. Не откажет, наверное. А, ну уж нет, леди проекта, но никогда не на это согласится. Как хотите. Ну, ваше право. Что у нас? Так, 400. Ага. Нифига себе, еще одна звезда. Вот еще планета. Скоро будет в зоне нашей юрисдикции. Да, кстати, пока хорошо идем, давайте сохранимся. Construction complete. О, есть. Так, что нам тут нужно? Для начала еду. Дальше тут что? Я бы рабов построил, но, к сожалению, нельзя. Энергию тут построим. Так, тут что? Лучше научную станцию можно построить. Добывающее предприятие. Так, научная. Отлично. А сколько у нас прирост этого? Плюс 8, маловато. Нужно еще улучшать, получается. Я тут не могу. Не хватает. Тоже не хватает. Anomaly found. Так, исследуй сразу, что сиськи-то мять. Так, а вот это. Тормознем. Так, а вот тут что у нас? Тут все построено. Тут максимально. Сейчас этот построится.
39-30, офигеть. Разжились. Жирные пацаны. Construction complete. Петровик является объектом наших исследований. Во время приближения исследователей 2 внезапно получил удар по касательной электромагнитными снарядами. По нашим данным, им несколько миллиардов лет. Очень соседние галактики залетели сюда по числу случайности. Прилетев мимо намеченной цели, они продолжили путь спустя тысячелетия. Независимо на почтенный возраст, конструкция снарядов казалась весьма продвинутой. Че, а исследователь-то не накрылся? Не, слава богу. То, блин, я переживал бы. Так, где что можно построить? Вот здесь сейчас построено. Нет. Пока нигде. Окей. Так. Строительство завершено, ну понятно. Что завершено-то. Опа, уровень. Research complete. Так. Физическая лаборатория. Плазмомет. Вместимость хранилища энергии. Плюс 2000. Плюс 20. Планетарный модификатор плюс 20%. Империи модификатор империи. А давайте. Хотя может физическую лабораторию. Улучшим. 2000. А это сколько? 2100. То же самое. Понеслась. System survey complete. Так. Потенциально пригодная планета. Так, иди сюда. Изучай систему эту. Сейчас скоро нужно будет ее колонизировать. А это чем занимайся? А изучай это еще. Construction complete. Special project complete. После продолжительных поисков с помощью батискафов по всему побережью планеты команде корабля наконец удалось обнаружить цель живого Тарблока. Это переливающееся существо, которое защищается от хищников. Как-то фигня. Не знаю, зачем это надо было. Так, вот это тут сейчас кое уже. Наша галактика к ней приблизится уже. Наше влияние. Так. Адаптивный метод. Угу. Отлично. Ух ты. Количество лидеров в империи плюс 2. Стоимость найма лидеров минус 20%. Максимальное влияние от фракции плюс 1. Биолаборатория. Кстати, а я же могу нанять лидера еще одного, да? Или что? У нас же есть деньги. Дипломатия. Лидеры. Во. Губернаторы. Генералы, адмиралы. Лидеры нанять. А зачем? Нам, в принципе, не нужно. А, не, могу нанять на ту планету. Так, у нас планета без лидера, да? Ну, давайте наймем. А, я на ней нахожусь. Так, не канай так. Давайте наймем кого-нибудь молодого. Так, инженерные исследования, физические исследования, социологические исследования. Плюс 10%. Сквозь создание армии, здоровье гарнизона. Прикольный лидер. Продолжительность жизни лидера, плюс 25%. Прирост опыта лидера.
Вот исследование, только это желательно бы. Рергард. Да, только мы, наверное, изменим. Давайте вот этого губернатора. Ну что, хотите пинажить, который получит управлять? Не, ладно, пускай. Или, подожди, а давайте попробуем, какая разница. Да. Так, волнение минус 20, скорее строительство, сожжение, чистки квадратов. Еще плюс 10. Так, она сюда. Вот этого. Исследование пускай увеличим. Так, что обычная скорость? Че, еще не заходит в наш сектор? Нет, пока. А ты? Да как люди в нашем? А, строитель. А, это еще исследует. System survey complete. Ага. Строитель. Ну-ка, давай-ка. Сооруди тут что-нибудь. Так, а ты... Тут мы в стычку попали, да, какую-то? Давай обитаем какую-нибудь планету. Кстати, можно очистить пока что. О, вулканы можно очищать теперь. Ага, кончились ресурсы. Так, а тут у нас что? Так вот. Кошаки жируют. Переселить. О, можно людей переселять, слушайте. Ха, прикольно. На другие планеты. Вот сюда давай. А ты? Нет, ты не хочешь? А че, не переселяйтесь? Не хочет переселяться, прикиньте. Совсем зажрался, гад. А это может переселиться. Так, ну мне интересно. Только куда его переселить? Ну и некуда. Ну и ладно. Не будем никого переселять. Так. Тут нормально. Так, построить. Что можешь построить? А ничего хорошего. Денег нету. Точнее, ресурсов нет. Incoming transmission. О. Че это вы со мной хотите? Точнее, карт. Различные обстоятельства. Давайте. Посмотрим, что вы наоткрывали там. Угу, ну еще планетку захапали. Ох ты, вот тут вот хорошо. Хорошо, звезда. А че такое? В этой системе чего? В следующей империи есть станция. Тут че они? Мир. Можем ее это самое захапать. Самая пригодная для жизни планета. Ну, такая средняя, желтенькая. А сколько у нее? 22. Слушайте, можно колонизировать.
еще одну планету. Тогда у нас расширится империя в разы. Неплохие планеты тут. Так, а вот тут что? 14-15. Тропический мир. Тоже неплохие планеты. 15. 12. Construction complete. Так, что тут? Губернатор повышает уровень получения чего-то. Заторможенный развитие. Заторможенный, блин. Еще не хватало всяких тормозов держать в системе. System survey complete. Ага, отлично. Кто такие? Тунаки Спейс. Космический кит. Корабль непонятный. Так, исследователь. Лети сюда еще, давай. Включай систему. Так, тут все изучено, да? Вот эту вот систему желательно изучить. Construction complete. Так, губернатор, ага. Изучено, построено. А кто тут тусуется? Construction complete. Research complete. Так, у нас пушки есть. Крутые стволы, ух ты, оборонительная станция. Блин, слушайте, сразу сколько всего хорошего. Станция. Новые строительные технологии позволяют одевать более крупные военные станции в дальних космических рубежах. Создавать более крупные военные станции. Ох, прикольно. Для изучения сверхтвердых тел. ВР. Лаборатория. Улучшенный рельсотрон. Я старый-то не поставил. Давайте, ладно, оборонительную станцию. И, кстати, у нас флот-то. Не, где планета? Флот-то надо тоже улучшить. Энергия. Спиратрон, эльсатрон. Сколько ты стоит? 6.21. 5.19. Это покруче будет по-любому. Вот платитель энергии. Все, где его поставить? Отражатели, ого. Броня 2. А вот что это такое? Открыть список. М. Класса А нету, если... Все круче, С круче. Броня 2,5. 5,0, ага. Выработка энергии 20. Выработка энергии 10. Ну, то есть вот так вот даже. Потребляет энергию. Обычно щитов. Щиты. На М. Тогда на эсочку. Так вот. Во. Корвет. Движки, стволы, движки. Радары. Корвет. Давайте. Т.
Два. Ноль. Корабль по этому проекту будет иметь недостаточно мощности. Тогда давайте мощность поднимем. Так, а тут что? Проекта будет недостаточно мощности. Почему? А, либо щит, либо не щит, не ставить. Вот так вот можно. Давай 5, 2 и 5, 4. Да, пойдет. Сохранить. Так, корвет 1-2. 1-1 удаляем. Вот 1-2 ставим. Так. Мощность нам нужна. Хотя не, подождите. Вроде повесим. Вот. Так, тут мы заменяем вот эту штуку. Или Сатурн. Понятно, Михалыч. Понять ты. Вот так вот. А сюда еще броню запихнуть. Ман щит. А щит. А щит уже все не канает. Значит, пихаем броню. Так, все, сохранить. 1-2. Слотили ее. Шини до класса корвет 1-2. Tile blocker cleared. Ships upgraded. Улучшить флотилию. Не, я хочу не 1-2. Бля, разъединил. Ships upgraded. Ships upgraded. Ships upgraded. Так, как объединить-то их? Чуть непонятно. Так, а тем временем нас тут обнаружили пригодную для жизни планету. Вот это что ли маленькая? 13. Маловато будет.
Я вам скажу, а что это такое? А, это. Зато ресурсов тут неплохо. И вот тут тоже есть какая-то пригодная для жизни планета. Тоже 13. Тут, я так понимаю, еще не изучали. Что очень неплохо. Пока вот эти вот в приоритете. Вот, вот это вот есть, слушайте. А чё я по неё не знал? Это очень колонизировать. Вот эту мы забираем, в общем, планету со всеми прилегающими территориями. Так, что обычно сказать, очень быстро, давайте. Так, что у нас? Система изучена, строительство завершено, смерть летит верховный главнокомандующий Сердце Закова. Значит, чтобы убить планету. Непонятно. Кто-то из лидеров умер. Что очень печально. Так. Лидеры. А, не так. Планеты. Непонятно. Что за лидер-то? А что-то отвечало. Автоматом либо нанялась какая-то. Кстати, а мы же можем перемещать людей, да? Сейчас у нас делается. Так, 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 так. Ладно, пока. Еще там исследования еще изобретаются. Исследуются традиции тоже всякие. Сейчас дата вылагает кому-то на пост. Я избрать не могу станции. Так, а, я же хотел колониальный корабль построить. Так, мой флот. Давайте бомбанем. Как их объединить? Я так и не понял. А, во! Ё-моё. Anomaly found. Так, чё? Исследовать. Я пока буду рожать, как корабли объединять. Можно перетаскивать их. Переместить все. Во. О, я разобрался, мир оплатили ее. Все. Одна была большая мир оплатили, 745. И да, кстати, нам нужно еще-то. Чем медленно? Еще сдох кто-то. Так, стоп. Избавление Джулиан Ву. Что-то миграция для инопланетян. Доступнее. Чё, нализовается, умирает. А, как ты умерла-то? Собака. Самая такая. Перспективная бабенция была. Так, научный. Давайте. Наймем. А чё, губернаторы попередохли, что ли, все? Так, вероятность умножения аномалий. Риск неудачи по изучению аномалий.
пунктом приключения аномалий. Вот этот вот. Так, исследовал, все. Изучить систему. Изучать систему дальше. А тут что? Такая небольшая планетка. А тут что за планетка? 25. Ой-ой-ой, это еще покруче. Где? Где планета была? А, вот она. А, 13. А где 25 я видел? Чё за кидалово? А, 25 вот эти вот. Непонятные. Написано пригодные для жизни. Сука, ладно, посмотрим. Там будет видно. Умные развалины движутся, блядь. Тут много всего ресурсов. Кстати, а флот? Флоты. Пираты. Ну-ка, лети-ка сюда. Посмотрим, кто там такой дерзкий был. System survey complete. Отлично, исследователь. Опа-опа. Тормози. Так, мы тут хотели заселить, да? Давайте тут исследуем еще. А, уже исследован, что ли? Средний. Давайте вот эту. Так, ты кто такие? These are unknown spacefaring entities. We can learn more about them and maybe even initiate first contact by completing the appropriate special project. Они не могут определить, что это за странный корабль. Чего это тусуется? Огневая мощь у них такая неплохая, скажу. Так, у меня 773, 16 кораблей. У них план, не будем пока встревать, ну их нафиг. Это у меня флотилия не полная, кстати. Возвращайтесь назад на базу. Да, и тут сейчас мы достроим еще кораблей. А это не база, где? Вот он. Мы еще бомбанем парочку кораблей. 2-1. Вот так вот. Раз, два, еще три. Три корабля нужно. Anomaly found. Ой-ой, у нас некому. А, не, вот этот может изучить. То есть в эту систему лучше не соваться. Там опасные ребята живут. Так, кто тут опять летает, исследует систему? Так, колониальный улетел. Ну сюда летим. Тоже система неплохая, но еще не сильно изучена. А ты что тут делаешь? System survey complete. Construction complete. Ага. Мы обменялись. 25 ячеек. Так, дальнейшее изучение данного вопроса было признано нецелесообразно.
Лишь что уникальный звуковой смысл. Нет, нет, я связан с тем, что местные дикие животные собираются вместе. Поверхность скалы. Где этот чудо? Так, стопы. Если... Счастье 60. Есть что улучшить? Можно вот это почистить. Так, ладно. Какой у нас там не хватает? Вот это давайте. Физическую лабораторию. Так. Ты чего? Накопитающий, а что истекает? Модификаторы поселения. Эти модификаторы влияют только на определенное поселение. Да фиг с ним. Так, ладно. Что будем следующее качать, друзья? Навыки убирают от количества лидеров в империи увеличивается на 2. Теряйся из своих доходов дан. Да, не кидают. Так, нет, вассалы. А, научных эффект. Стоимость найма ученого снижается на 33. Удача на изучение аномалии. Так, изучение планет. Явной суммы 10 от нашего ежемесячного прироста. Уровень навыков лидера увеличивается на 1. Вот это вот интересно. Принятие, да. Начнем новый виток. Так, колониальный корабль прибыл? Прибыл. Вот эту планету колонизируем. Так, а что, она научно у нас отдыхает? Ой-е-е. Tile blocker cleared. Губернатор. Так, ну давайте. Там 68, еще не хватает немножко. Сейчас наша империя станет в разы могущественнее и сильнее. 9500. Research complete. Situation log updated. Мы обнаружили чужие космические корабли в звездной системе. Все эти загадочные объекты были пока не. Угу. Я понял. Чужие, понимаешь, космические корабли, да? Энергосеть. 102. Тормози. Энергосеть, электростанция. Что за энергосеть? Энергокредиты плюс 10%.
Здесь можно поставить. Так, пожрать ветви 3. Нормально хватает. До кредитов тоже вроде бы хватает. Ну ладно, лишними не будут. А, тут только либо этот строить шахту. Лабораторию, да? Окей. Кстати, а энергосеть тут я могу поставить? Заменить. Энергосеть. Так, объекты наследия. Содержание 2, стоит производства плюс 4. Прикольно. Еще у меня зерновых культур при нулевой гидратизме. Ограниченный модуль. Гидроферма. Давайте вот это будем объекты наследия еще строить. Вот тут и построим, кстати. А, не хватает. Ладно, подождем. А, все, можно колонизировать, кстати. Планету. Прям по центру бомбанем. Что такое? Колониальный корабль. Колонизировать планету. Во. Давайте вот так, что ли. Все. Смотрим, как разрастается империя. Так, System survey complete. Так, исследовал, да, ресурсы. Иди эту исследуй. А, да, не надо. Угу. Так, вот планетка. Colonization in progress. Мы исследуем. Так, колонизация пошла. О, последнее время так ученые. Еще одна там фракция. А толку этих фракций? Бонусов-то не дают никаких. 55. Процветание, отказ от насилия. Construction complete. Чем мы обнаружили известную цивилизацию на планете. По всем наступает космический век, о чем свидетельствует множество антихных спутников на ее орбите. Ее государства стремятся к сближению для образования. Ух ты. Там сообщение. Похоже, они отправляются с переводом. Инопланетная мразь. Пока ничего, молчим. Так, а мы развиваемся пока. Стой. Так. Нам нужен строитель. А кто какая планета? Вот это что ли?
Военная станция. Вот этот развивается. Надо их валить, по-моему. О, нифига себе. Еще образовалась одна какая-то хитрожопая. Это вы со мной связаться хотели? Не? Так, ну эту я завалю по-любому. Ну что, друзья, до следующего раза тогда. Пускай пока наша система развивается, делается. А в следующей серии уже в развитой системе будем валить тут всех.